Добрый вечер, друзья. Среда и, конечно же, Суперлига АФЛ вас приветствует. Вернадка Парка вещает для вас. Ну и, конечно же, заключительная стадия четвертьфинальной баталии между Трансловом и городком 17. Соответственно, назовем справа налево Андрей Шереметьев, номер 14. Операция для восстановления. Но вот с Бровки Мочалов очень активно. Много подсказывает Романович. Мячом Романович, Иванов. Романович становится, остается с мячом и забивает. Вот это ошибка. Вот это привоз. Да, первые минуты очень тяжело дается городку 17. Нужно команде отыгрываться. Напомню, что навал сейчас со стороны городка 17. Подача на дальний удар. Штанга. Чуть-чуть поспешили, а здесь Шишкин уже как не нападающий, а как защитник сыграл. Момент, крик Колотович. Но, значит, и позволительно. А вот это не позволительно. Позволительно играть с такими вот, с такой борьбой, с вот этого горчичника. Но все, внимание на поле. Протасов выполняет передачу в район 10-метровой ответки, а здесь! Да, ну вот по всей видимости немножко не разобрались, и этим воспользовался Транслом и буквально в раздевалку забивает гол. Потасов через голкипера и Воблов. Потеря, да, потеря. И Королёв разгоняет атаку своей команды. Всем пас пятка от Романовича, штанга, добивание и 3-1. Да, потеря в центре поля. Оборачивается очень быстрой атакой в исполнении Транслома. Все было сыграно в одно касание. Пас пятка Романовича. Идет, спешит открываться. Но здесь моменты. Да, не разобрались немножко. Металлурги в обороне. И этим воспользовался городок 17. Ну а вот здесь Синюков немножко забыли. Жандаров в центр поля, бьет слева и попадает в своего же! Спасение от Колотовича! Колотович! Это сейвы! Да, ну, если будет он спасать! Так свою команду! Каретников за мяч зацепился на Королева. Королев видит подключение, удар в дальний угол! Спасение! И где мяч? Один лишний здесь! Разыгрывает как раз Воблов. С Шабалиным. Шабалин, удар в дальний угол. Кого выходит, да. Победитель этой пары. Но совершенно непонятно это. Здесь не разобрались. И все внимание на поле. Заброс. И есть момент, есть удар, и есть спасение. Вот это из этой четверки самую высокую позицию занималась, играя с теми, кто самую низкую, ну и, соответственно, середички между собой сойдутся. Ну а здесь, пожалуй, что финальная точка. Ну и хитрее, да? Как я понимаю. А, 15. Нужно доводить до удара. Удар поворотом и вновь Колотович. Однако подбор за городком. Удар Колотович. Нет, все-таки гол. Гол забивает городок 17, совершенно безэмоционально. Вот это взятие ворота встречает, встречают горожане. Мяч на центр поля, чтобы побыстрее Транслом ввел мяч в игру. И Транслом это сделает. И тут же звучит финальный свисток Максима Матюнина. Что ж, спасибо вам за внимание. Всего доброго, до свидания.